Художественное отделение школы искусств классика считается одним из сильнейших в области. Здесь дети получают фундаментальные основы живописи, рисунка и других дисциплин. Классическое образование дает возможность выпускникам успешно продолжать обучение в лучших вузах страны. Школу нашу уже, в принципе, знают и в учебных заведениях, и в средних, и высших учебных заведениях художественного профиля, потому что дети наши многие поступают туда. Это у нас и Мархи, это у нас и Суриковка, и Строгановка, это и в Глазуновке дети учатся. Это вот я имею в виду, и Академия печати, и Университет дизайна и технологий. Это первая масштабная выставка работ учеников художественного отделения и ее выпускников. В картинах четко прослеживается, как меняется взгляд детей на те или иные события с течением времени, как повышается уровень их мастерства. Я думаю, это очень важный шаг и ступень к каким-то новым начинаниям. Каждый начинает с чего-то малого, да? Все художники великие начинали с маленьких выставок в каких-то своих городах и так далее. И для каждого это ступень и стимул стремиться к более значимым вершинам. Организаторы выставки считают, что такие события должны проходить в городе регулярно. Увидеть мир глазами ребенка и по-новому оценить те или иные вещи – все это возможно, побывав на такой выставке. Для нас это огромная честь предоставить возможность разместить свои работы молодым художникам. Я уверен, что многие из них будут выдающиеся мастера. И сегодня открывается наш первый этап большого сотрудничества с Одинцовской детской школой искусств. И я надеюсь, что мы будем долго и плодотворно работать вместе. Экспозиция работ юных художников детской школы искусств «Классика» будет открыта в течение месяца. Эти картины не оставят равнодушным ни одного посетителя. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».